Чуть-чуть. Все хорошо. Ассаламу алейкум, достар. Мен тікелей эфирде. Короче, лошадь койлы. Площадь республики. Всем привет, кто не понимает по-казахски, всем, кто по-казахски, ассаламу алейкум всем. Эфир, эфир. Дяхан встал на мое место. Площадь Республики Казахстан. Это историческая площадь, где в 86 году наши братья, самые первые в советском государстве, выразили протест. После чего началась волна суверенитетов. Так я скажу. Девушка, можно вас на минуту, пожалуйста? Можете меня снять, пожалуйста? А? Вот так вот, встаньте, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста, вот так вот, снимайте меня. Я недолго, девушка. Мне надо подтрах сулины. Если уже отрываю, упаду мир. Я не знаю, слышно меня или нет, буду говорить погромче максимально. Сегодня 11 февраля 2019 года. Это вот площадь республики мы наблюдаем. Я хочу сегодняшним заявлением сказать, я полностью 100% поддерживаю многодетных матерей и их требованиям. И я также хочу встать на их сторону. Я поддерживаю их требования. Я согласен с их требованиями. И также от себя сегодня я вот распечатал такой плакат. Я хочу быть услышанным. Хочу, чтобы меня услышало правосудие казахстанское. Хочу, чтобы меня услышал весь мир. Вот тут написано, стоп репрессиям судов политзаключенных. Снизу написано вот. То же самое, только на английском языке. Кто эти люди, вам, наверное, объяснять не надо. Здесь Макс Бакаев, Аблавас, супруга его Айгуль, например, да? Вот. Алмат Жумагулов. Мухтар Джакишев, Кинжибек Абишев, Асет Абишев, вот. Так, Айгуль Акберди. Так, ну и, конечно, Искандер Еримбетов здесь. Я сегодня вот своей акцией хочу вот достучаться до этого всего правосудия. Хочу выразить свое несогласие крайне. Этих людей... Я ни одного из них не считаю преступниками, ни одного из них я не считаю правонарушителями. Эти люди, они достойные люди Азамата, наши, герои нашего времени, можно сказать. Эти люди выступали только за сохранность нашей земли, за права человека. Эти люди осуждены незаконно по выдуманным обвинениям. Я призываю власти Республики Казахстан, я призываю все мировое сообщество обратить внимание на этих людей. Также, пользуясь случаем, хочу сказать и за себя. Я тоже вот буквально вот недели две назад
был осужден по уголовной статье. Например, я себя уголовником не считаю, я считаю себя очень даже порядочным человеком. Но у меня без одного, без единого доказательства признали виновным в уголовной статье, я хочу подчеркнуть. Эти люди все сидят. Вот Айгуль Акбердиев только вот исключение, и то у нее сейчас прокуроры дали апелляцию на нее. Я тоже хочу, пользуясь случаем, высказать свое недовольство в этом случае. Вот. Еще раз хочу вам повторить, друзья мои. Это площадь, площадь республики. Здесь, это святая площадь. Здесь пролилась кровь наших братьев. В далеком 86-м году, или даже недалеком, наверное, наши братья самые первые здесь восстали против советского идола. И после этих наших восстания наших братьев пошла волна суверенитета по всему бывшему Советскому Союзу. Что случилось с нашими братьями, для меня большая загадка. Вообще на этом месте должен стоять не я. Я уже довольно, уже такой взрослый человек уже. Сколько мне осталось жить, и самому Богу известно. Здесь на моем месте должна стоять молодежь. Куда смотрит молодежь? О чем они думают? Какое их ждет будущее? Мне непонятно, честное слово. И также мне непонятно, я переживаю за будущее своих детей. Потому что будущее наших детей, оно очень даже туманное. Я вообще не вижу никакого вот просвета в этом туннеле. Вот. Теперь хочу еще сказать по поводу матерей, которые вот поднялись. Наша полиция начала тоже кое-кого из них, из этих матерей арестовывать, там преследовать. Я категорически хочу выразить свой протест в этом плане. Вот. У вас у всех... Я, пользуясь случаем, обращаюсь к вам, господа полицейские, прокуроры и так далее, сотрудники КНБ и так далее. У вас всех тоже родила мать. У нас у всех есть мать. А кто мать доведет до слез, ни в этой жизни, ни в той, добра пусть не ждет. Вот такие вот дела. У казахов есть такая пословица. Она нашла канадам, ехать уйдет, это жасно кормить, ты начнешь. Вот. Эти люди, давайте я вам кратко расскажу, кто они, что почем. Макс Бакаев, наш народный герой, первый поднял митинг в Атырау, чтобы наша земля не продавалась. Именно после его митинга президент принял мораторий на продажу земли. Мухтар Джакишев, тоже большой азамат, можно сказать, герой нашего времени, тоже болеет и выступает. За нас, за будущее. Те же таблетки, которые выпускает Россия, он хотел выпускать у нас и сам продавать. Не сырье, а уже готовую продукцию. Пожалуйста. Остальные люди вот тут. Искандер Еримбетов. Тоже без единого абсурдного обвинения его осудили на длительный срок с конфискацией имущества. Пожалуйста. Кинжибек Абишев. Алмат Жумагулов. Дело... джихадистов, так сказать, в кавычках, да, никакого джихада не было. Эти люди выступали только за сохранность нашей страны, за целостность нашей, выступали против продажи земли и аренды китайскому народу, да, так сказать, не народу, а так сказать, китайцам, да. Вот. Айгуль Акбердиев, ее супруг, облавас. Его облавас обсудили тоже очень на длительный срок. Буквально максимум месяц назад. Я боюсь, что сейчас подъедет полиция, но я хочу договорить. Вот. Айгуль Акбердиев сейчас проходит стадию. То есть прокуроры написали апелляционную жалобу и сейчас должен проходить городской суд. Но есть слухи такие, что судьи становятся на сторону народа. И это меня очень радует. Так, Асет Абишев, вот в самом нижнем углу, да, Асет Абишев. Вот, пожалуйста, тоже вот он член ДВК. Только за то, что он член ДВК, его осудили тоже очень длительному сроку. Пользуясь случаем, хочу сказать, я человек беспартийный. Я не отношусь ни к ДВК, ни туда, ни сюда, никакой партии. Я сам по себе, мой ник в Фейсбуке, Асхат Демократ. Я выступаю только за справедливость. Я хочу, чтобы наша страна была узнаваема во всем мире. Чтобы я когда говорил «I'm from in Kazakhstan in Almaty», чтобы я называл эти имена с гордостью для себя. Вот.
Асхат сұрақ қойға бола ма? Әрине болады, сұрақ қойға болады. Мен ондай ойлаған жоқ, бүгін ба кеше ма енді. Енді бүгін ыңғайлы уақыт келді, сондықтан шығып отырмын. Маған разысы жоқ, кеше ма алдым, ертең ба мысалы. Қазақша мені саяси көпқанаттарға бостандық ең біріншіден. Ең біріншіден көпбалалы аналарды қолдаймын, анау не. Талаптарын мен қолдап отырмын 100% көпбалалы аналарын. Содан кейін екіншіден ба біріншіден мәселе ода емес. Саяси тұтқындар міне. Қазақстанда бүкіл дүние жүзі біледі, саяси тұтқындар бар екен бізде. Олар барлығы емес осы жерде. Осы жерде былай ойласаң бір 50-40% шығар, тағы да бар бізде. Мен өзім білем, бар бізде. Сондықтан үшін бүкіл дүние жүзінің саясаткерлерді бәрі менің сөзімді естісін деп тырысып отырмын. Бұныңыз енді бір адамдық пикетке жата ма, сіз рұқсат алдыңыз ба оған? Мен рұқсат алған жоқпын. Бұл енді сіз білесіз ғой, бізде бір адамдық пикетке заң бойынша рұқсат сұрау қажеті жоқ. Вот. Сондықтан үшін мен рұқсат сұраған жоқпын. Оған сұрау керек жоқ рұқсат. Мен алып тастайды деп 90% деп білемін мен. Себебі мен уже 4-5 рет отырғанмын осындай одиночный пикет үшін. Қазір полиция келеді, бірақ та мен айтып бітіруім керек та мен сізге. Тағы да сұрақтар. Осы 2-3 апта бұрын мені Асхат Шарбатов менің жағамды жұлқылады, бетімнен 2 рет түкірді деп. Сондықтан үшін мені қылмыскер боп жазып жіберді біздің сотымыз. Хотя мысалы түкіретін болсам да, ол уже административтік кодексте жатыр. А мені уголовный кодексте жіберді. Ол масқара ғой. Мені қоя беріңдерші, мен мына жігіттерге келіп отырмын ғой. Мына біздің келіншектерімізге, қарындастарымызға келіп отырмын. Мыналарды айтуым. Мен өзімді айтуға келіп отырған жоқпын. Өзімді айтатын болсам, соттың алдына барамын да осылай тұрамын. У нас нету судов справедливости. Мысалы. Мен ойлаймын, бізде сот мүлдем жоқ Қазақстанда. Бізде сот, ол қалай айтуға болады? Ол ТО сияқты. Товарищ с ограниченной ответственностью. Барлығын еш рет осында қамады? Ну, 4-5 рет қамады, бірақ мен есептен жүрген жоқпын. Бәрібір. Енді мен бәрібір өзгермеймін көзқарасымды. Ешқашан да. Мен тек қана демократия үшін шығып отырмын. Бізде Қазақстан гүлденсін деп. Біз ешқашан иностранецтерден ұялмайтындай сияқты I'm from Казахстан деп былай намыстанып айтып жүрміз. А қазір біздікі ұят сияқты. Біздікі Қазақстанда болып жатқан қазір заттардың бәрі ұят. Вот такая вот акция. Я думаю, я провел акцию свою, да? Вот. Что я хочу еще сказать? Я сказал уже, на этом месте должны быть вообще молодые люди, а не я должен стоять. Молодежь, куда вы смотрите, на что вы надеетесь, я не знаю. Завтрашний день он будет еще хуже, чем сегодня. Это я вам 200% говорю. Вот. Казахстан грязнет в долгах. Эти долги, я как понимаю, никем и ничем не отдаются. Завтра мы будем с вами должны. Я выступаю, пользуясь случаем, против продажи земли. Против преследования наших гражданских активистов, само собой против заключения политических заключенных, вот таких вот людей. Это настоящие герои нашего времени. Вот в двух словах как-то так хотел сказать. Вот думаю, сейчас приедет полиция, вот не хотелось бы просто с ними встречаться. Думаю, наверное, я все сказал. Хотелось бы вам обратиться, друзья, репостить это видео. Пусть все знают, пусть молодежь смотрит. И пусть этой молодежи будет стыдно, что такой уже взрослый дяденька стоит здесь на площади и говорит всю правду. Хотя правду должны говорить, а именно они, молодые. В 86-м году здесь стояли тысячи студентов. И ни одного не было такого, как я. Может, были, и они были только единицы. Все, наверное, буду закругляться, наверное. Вот. Девушка, спасибо вам большое. Подождите, я сейчас стрельну.
Вы настоящий герой, девушка. Спасибо вам большое. Все, буду, наверное, закругляться, друзья. Завершаю прямой эфир свой.